Привет, друзья. Так, у нас новый день, новые дела. Посылочка из города Омск. Омску большой привет. Открываем, смотрим. Так, все по канонам. Экологичная упаковка и коробки от Redfone для транспортировки iPhone. Так, и да, это у нас iPhone 7, не включайка. Как описал владелец, что-то там висит на яблоке, там меняли батарейку, не возымело действие, также там циклически висит на яблоке. Подобное может происходить по множеству причин. Сейчас разберемся. Так, ну и да, можем наблюдать, это циклическая перезагрузка на яблоке, так называемая висит на яблоке. Так, откроем, посмотрим. Кстати, да, указание от владельца, то есть вообще видно, что телефончик в оригинале. По всем вообще признакам, и корпус, по глазку камеры видно, экранчик оригинал. И указание от владельца, то есть если успешно получится его восстановить, запустить либо что, то его нужно будет перевести в новый вид, соответственно, заменив корпус. Корпус, да, видно, что такой немножко потрепанный, видавший виды, пошарпанный. Но оригинальная начинка, собственно, имеет показания к тому, чтобы устройство привести вообще в порядок должный вид в новое обличие. И да, у нас довольно легко открылось это дело, потому что кто-то здесь уже был. Да, сразу же по констатации, что называется. Вот средний датчик влажности, он беленький, катализатор не сработал, а вот верхний, он красный. И это у нас указание к тому, что в верхнюю часть попала водичка, возможно, как раз-таки коротит вот этот верхний шлейф, который дает питание на динамик и вообще является фронтальной камерой и фронтальным микрофоном. Так, возможно, он коротит, из-за этого такой эффект. Первое, что сделаю, это сразу же его отключу и будет наглядно видно. Так, и вот на одном из циклов вот этого промаргивания, прямо вот так отключим его и смотрим. Нет, не помогло. Так, ну и да, что называется, поэтапное отключение, пошаговое, всего навеса от платы ни к чему не привело. То есть тут, видимо, все-таки по плате какая-то проблема. Собственно, давайте запитаем от бокса, все посмотрим. Батарейка новенькая, по всей видимости, оригинал. Так, ну да, запитал устройство от блока питания, и судя по показаниям, у нас сбой программного обеспечения. Такое могло произойти по множеству причин, тут владельцу только виднее. Так, в данном случае только прошивать. Ну и если это какой-то аппаратная неисправность, то, соответственно, при прошивке у нас выдастся код ошибки, который нам даст указания для дальнейших действий. Прошиваем. Так, пока у нас скачивается программное обеспечение для этого телефона, продолжим делать что-нибудь другое. Так, и да, пока у нас там закачивается ПО на семерочку, нашел схожую проблему из кучи посылок. И это у нас телефон из Москвы, 7 плюсик, тоже не включайка. Там что-то там, что-то там. Меняли батарейку официалов, потом что-то перестало включаться туда-сюда. Посмотрим, интересно. Так, да, у нас послание от владельца. Здравствуйте. Так, да, видел благодаря YouTube-каналу, что у вас очень большой опыт ремонта iPhone. Телефон iPhone 7 Plus. Проблема. Не включается. Видимо, проблема в шлейфе зарядки или что-то с платой. До этого прекрасно работал пару месяцев назад в официальном сервисе. Поменена батарея, получается. После этого телефон также продолжал работать. После покупки нового смартфона данный телефон не заряжали в течение полутора недель. Когда попробовали после простоя зарядить телефон, не показал никакой реакции. Так, телефон не падал в воду, не... Так, механическим воздействием не подвергался. Для теста зарядки использовал разные устройства и кабели. Вывод о проблеме в плате сделал официальный сервис. При диагностике есть акт. Ага, вот это акт у нас. Да, сейчас посмотрим. Так, но подобный ремонт официальный сервис выполнить отказался. Только замену устройства на новое. Заранее вас благодарю. Так, окей. Давайте посмотрим официальный акт. В последнее время что-то часто доводится читать такие документы. Так, закроем вот так пользовательские данные. И что мы имеем? Так, заявленная клиентом неисправность. Не включается. Подтверждена. Так, внешний вид, тра-та-та, потертости. Так, дата готовности. Заключение. Так, в ходе осмотра механической части выявлено. Может быть, электронной части? Какой механической? Механическая часть — это то, что это элементы физического воздействия, там кнопки, либо механика, в общем. Это, не знаю, как-то так, мне кажется, неправильно. Так, получается, в ходе осмотра механической части выявлено аппаратная неисправность материнской платы. Интересно. Что является нарушением условий эксплуатации изделия. То есть то, что выявлена неисправность материнской платы, является нарушением условий эксплуатации изделия. Интересные формулировки. Так. Согласно условиям ограниченной гарантии производителя, случай признан негарантийным. Устройство возвращено без ремонта. Ну да, в принципе, вот если подобная вещь случилась бы в гарантийном периоде, то устройство бы наверняка заменили. То есть, в принципе, да, здесь как бы правильно подытоживание, но как-то формулировка начальная, мне кажется, какая-то некорректная. Как будто она взята, знаете, из английского языка и переведена на русский. Не знаю, вот что-то такое. Когда вот такой несуразный сталкиваешься, то есть это может быть сложности перевода. Ну вот не знаю, кто это делал, кто писал. Так, дальнейшее обслуживание, возможно, на платной основе, стоимость устранения недостатков 31 990 рублей. Это да, это в принципе, видимо, коммерческая замена телефончика 7 плюс на просто новое. Так, ладно, это все интересно. Будем смотреть. Айпох. В принципе, да, как и говорил, что официалы довольно сильно связаны регламентированными ограничениями по обслуживанию вот этих устройств. То есть они не могут взять, допустим, материнскую плату и сделать на ней какой-то компонентный ремонт. То есть в тех случаях, когда это, допустим, в принципе возможно, у Apple есть такие строгие ограничения, табу на эту тему вообще. Потому что там задействуется и включается так называемый человеческий фактор, который в компании минимизирован вообще полностью на всех этапах. Тут будет интересно открыть после официального сервиса, посмотреть что-то как, ну и, собственно, определиться по проблеме.
Так, прежде всего, реакцию на зарядку. Реакции 0. Открываем. Так, да, визуальный осмотр, собственно, показывает, что здесь вообще все в идеале, как, собственно, и должно быть после официального сервиса. То есть даже если эти ребята открывают аппарат, они, по идее, должны влагостойкую проклейку обновлять. Но здесь не знаю, было ли открытие по этому обращению последнему, то, что не включается. Но, по крайней мере, когда была заменена аккумуляторная батарея, здесь сделано все четко, и проклейка восстановлена, и все по красоте, что называется. Собственно, как и должно быть в официальном сервисе, где блюдут строго регламенты. Так. Собственно, отключаем коннектор батареи, запитываем от бокса и смотрим. Да, кто наблюдает за нашим сериалом, так сказать, вот всегда уже заметили, что в принципе в любой момент времени можно подобрать вот как бы под видео, я всегда стараюсь какие-то схожие моменты, да, допустим, не включайка одна, не включайка вторая, и даже по моделям. Просто так всегда интереснее посмотреть, какие вообще, ну, какие разные бывают, то есть, ну вот разные, здесь, да, после официалов, здесь там непонятно, что вообще получается. И вот это просто всегда так интересно, после официалов вообще люблю открывать, там на самом деле официалы бывают идеологические официалы, прям вообще там не придраться, они строго все соблюдают, все регламенты, все прочее, шаг лево, шаг право, расстрел. А бывают, которые себе позволяют различные отступления, так сказать, в ту или иную сторону, либо в положительную, либо в темную, но такие истории, как правило, рано или поздно заканчиваются этого сервиса, а тем, что у него отзывают, собственно, авторизацию, и, собственно, такая организация перестает существовать. Но здесь все строго по регламенту, то есть, если проблема по плате, извините, это уже не обслуживаемая вещь получается. По самому видно по работе, что сделано все четко, однозначно, ну, как и должно быть на самом деле. Отключаем, подключаем. Так, ну и да, у нас есть показания на боксе, говорящие нам о замыкании в микросхеме управления заряда. Микросхема находится в первичной цепи, и нам она сразу это показывает. Так, в принципе, у нас сейчас устройство, да, включится, но на нем будет так называемое повышенное потребление, что, в свою очередь, увело батарейку в ноль, и она не может уже зарядиться естественным способом. Сейчас от бокса он стартанет. В принципе, не показывают циферки вот эти там значения на боксе, думаю, что большинству наших зрителей они не особо интересны. Ну и да, у нас устройство более того, что еще сброшено, и у нас есть показания к замене микросхемы управления заряда. Так, вот специально не буду трогать эту батарейку, не будить ее там, не заряжать отдельно как-то от внешнего источника. Сделаем работу по плате, потом интегрируем плату назад и покажу, как должно естественным образом батарейка уже начать заряжаться на исправной микросхеме. Так, изымаем плату и под микроскоп. Такая работа, в принципе, да, является инженерной, стоит и должна стоить не маленьких денег, но это в любом случае целесообразно на данное устройство это сделать. Устройство в идеале, оригинальное, заменим эту микросхему, устройство будет еще служить годами. Так, или ребята, давайте для наглядности покажу немножечко циферок, как должно, как есть вернее и как будет. Так, итак, у нас симплифик подключен к боксу, красное значение у нас на нуле. Нажимаю вот эту кнопку, и это у нас равноценно нажатие кнопки включения на самом телефоне. Однократное нажатие нам покажет потребление устройством в импульсе. И вот мы видим. Так, еще раз в импульсе. Оно подскакивает у нас до 130. То есть это пиковое значение в моменте, когда я нажимаю, до 130 подскакивает. А в норме оно должно быть там 70-90, это максимум. Так, да, сейчас идут процессы загрузки, и у нас аппарат стартует. Так, собственно, сделаем работу, и я покажу, как будет, как поменяется ситуация. Да, ну и то, что показал вот эти циферки, то есть должно быть в норме 70, а у нас идет 130 в моменте, вот практически вот эта разница, она и добавляется ко всем процессам. То есть на таком уровне, на обычном, на бытовом, это выражено как? То есть вы пользуетесь аппаратом, обычная эксплуатация, использование как обычно, как всегда, при этом он повышенный нагрев на нем ощутим. И вот в такой момент, который как раз таки указал владелец, доподлинно точно в записке, что когда устройство лежит какое-то время без пользования, элемент питания на нем уходит в ноль, и микросхема управления заряда из-за отсутствия вообще какого-либо тока не понимает, что, какой аксессуар в него воткнут, и, соответственно, устройство находится в таком тупике. То есть батарея в данном случае, мы когда сделаем работу, не получит никакого внешнего тока. Но из-за того, что микросхема управления заряда правильно ассоциирует аксессуар воткнутый, она будет подавать на нее минимальный ток и по чуть-чуть раскачает батарейку. Так, изымаем плату. Так, изъяли плату под микроскоп. Так, ну друзья, да, пока у нас идет инженерная работа, собственно, еще одна посылочка, вот ничего не выдумываю, город Тюмень, большой привет, 7+, висит на яблоке, все пошло одно к одному, вот ничего не придумываю, все вот, что тут есть, это real-time history, так, смена коврика в данном случае, так, а давайте так без коврика, а нет, у нас коврика. Так, и у нас послание от владельца, доброго времени суток, Андрей, я ваш подписчик. Посмотрите этот телефон, что можно с ним сделать. Если ничего не сделать, то можно сделать обмен. Вопросительный знак. Так, если можно, снимите на видео. Мне кажется, будет интересно. С уважением к вам. Спасибо. Мой домашний адрес сзади. Хорошо. Так, давайте посмотрим. Если что-то можно сделать, то сделаем. Если не можно сделать, то не сделаем. Так, Тюмень, большой привет вам. Не так далеко от нас, практически соседи. Так. Да, снаружи, опять же, телефончик в оригинале. Немножечко потертый, пошарпанный, разбитый. Первое, что делаем, реакция на зарядку. Так, есть у нас индикация заряда устройства, и давайте дождемся, как он заряется, и попытается стартануть.
Так, я тут отвлекся немножко, и что у нас идет? Устройство заряжается полноценно, но, как я понимаю, висит на яблоке при этом. Причем висит глухо, без ребутов, по всей видимости. Нет нагрева какого-то излишнего. Предыстории, что произошло, тоже нет. Так, ну да, видимо, будет висеть, пока батарейку не разрядит. Так, давайте открываем. Вот, да, вот это мое самое любимое, это когда вот проклейка разложилась, особенно вот она вот во времена 7-ки 7 плюса, когда она старенькая, вот она вот такое свойство имеет, прямо липкая очень. Вообще люблю ее в кавычках. Так, здесь, да, у нас аппарат, по всей видимости. Ну да, это даже не вскрывашка, то, что он такой засоренный внутри и немножко уже подуставший, это из-за прямого технологического отверстия. Вернее, приобретенной дыры. Туда налетело и пыли, и грязи, а так здесь все на месте, все родное. Так, и что делаем? В данном случае опять нужно минимизировать подключенные шлейфа к этому устройству и попытаться его стартануть естественным образом. А вообще, кстати говоря, может быть он висит на яблоке, конкретно висит, из-за того, что недостаточно ток идет от батареи. Так, давайте первым делом от бокса запитаем, и будет все очевидно. Хотя немножко странно, если бы не было достаточно тока, он бы опять же ребутился, а он просто висит, тупо пока не разрядит батарею. Показания бокса внесут ясность. Ну, кстати, покажу показания, как должны выглядеть на исправном устройстве по части электрической, так сказать. Когда микросхемы исправны, и вот по питанию, как это выглядит на исправном устройстве. Так, итак, запитано устройство, показания и однократное нажатие. То есть вот у нас в моменте. Так, раз, нажимаю. И у нас, да, в моменте в импульсе там 60-70 проскакивает. Еще раз. Вот так должно быть у нас на красной симплюшке. Так, и смотрим за загрузкой. Так, ну и как бы ни было это невероятно, и как бы это вообще не было банально, но здесь, по показаниям, собственно, у нас опять сбой программного обеспечения. Так, что происходит, я не знаю, это волна, будем делать. Так, тут вот немножко замедлился процесс семеркой, там скачивается программное обеспечение, и вот немножко там такое непонятное, нету прогресс-бара вот этой загрузки на iMac, и это меня люто так вообще будоражит, я что даже не знаю, что с этим делать. Сколько ждать там до рассвета или там, не знаю, до второго пришествия, вот неизвестно вообще. Так, а еще надо на это прошу включать. Делаем. Ну да, вот так вот это выглядит на iMac. И вообще, когда в системе пропал iTunes, ну как пропал, выпили, да, iTunes из системы, и просто стало Finder, вот эти все процессы происходить, восстановление и все прочее, там просто много таких тупиковых моментов неоднозначных. Когда вот моменты, да, что называется, вот этого трудности перевода, там все неоднозначно переведено по-русски, звучит это вообще непонятно. И вот нету простейшего элементарного прогресс-бара, то есть это шкалы индикации процесса при скачивании прошивки. Вот оно пишет, в данный момент компьютер Mac загружает ПО для iPhone. Где? Когда? Когда это закончится, когда что? Я не знаю, может быть, я не понимаю логики вот этого американского интерфейса. Может быть, это является трудностям перевода, но я не знаю, где посмотреть, когда она закачается. И просто тупо приходится ждать. Это просто так меня кипятит, что я вообще не знаю, что сказать. Так, просто ждем. Так, нет, ребята, так невозможно ждать неизвестно чего. Все-таки подключу этот комп на Windows, дождемся обновим его, и потом обновим, вернее, восстановим 7 плюсик. Так. Тем временем у нас красный 7 плюс готов. Я сейчас сделаю смену коврика. Чем удобен вот магнитный коврик? На него чик это все дело. И в сторонку. Так, 7 плюсик к нам возвращается. И у нас, да, собственно, вот в чем такой, можно даже сказать, эстетический момент. Вот здесь все сделано так, как никого и не было. Тыкаем, проверяем. Так, а вот здесь, ребята, интересный такой момент. Кто внимательный, да, мог заметить новый элемент на коврике. Вот, кто плюсуете там или пишите коммент, кто заметил, что здесь лежит микросхема управления заряда. Вот непосредственно та, которая у вас работает под микроскопом. Вот она сейчас вот здесь, на вот этом коврике. Где? Вот она. Вот этот элемент, он сравним, ну вот, со шляпкой винта, на самом деле. Вот такая массипусечка. И да, я там немножко, может быть, неправильно объяснил, что по вот этому нулевому состоянию батарейки, на самом деле, пробитие вот в этой микросхеме, ну, допустим, одного пятачка, одной контактной ветки, соответственно, не дает правильно микросхеме сориентироваться. Здесь не такой порядок, что она увела батарейку в ноль, а просто батарея в нулевом состоянии, когда она разряжена. То есть, воткнутый аксессуар, в частности, зарядка, не дает по пробитой ветке правильно понять, что делать. И, соответственно, у нас возникает такой тупиковый момент. Устройство не заряжается. Многие, на пользовательском уровне называют эту микросхему контроллером питания, но это не так, на самом деле. Это контроллер управления заряда, именно заряда. Отвечает за определение воткнутого аксессуара. То есть, втыкаете ли вы наушник, либо там. Какой-то, ну, аксессуар вообще любого типа, это док-станция какая-то, музыкальная станция, либо что-то. Вот эта штука предназначена по внешнему току определить, что в нее воткнуто, и дать команду на дальнейшее действие заряжать, либо там воспроизводить музон, либо что-то. Вот именно так, точно так. Собираем. Так, и да, было уже, хотел все собрать до конца, но хотел уже показать, как правильно. Хотя я уже показал, как на исправном устройстве это себя ведет, но давайте еще раз чекнем. В принципе, почему смело это собираю назад, все уже в первозданный вид, что называется? Ну, потому что это, в принципе, стандарт по данной проблеме. Здесь как бы сомневаться не приходится. Так, для наглядности экранчик. Так, и смотрим. Button, вернее, power и однократное нажатие. Есть. В моменте у нас там 60. Еще раз. Ну да, максимальное пиковое значение 60. 62. Так, все отлично. Устройство загружается. Сейчас на нем будет потребление в рамках нормы. И, собственно, оно будет заряжаться естественным способом. Что мы дальше увидим, то есть оно эту разряженную батарею по чуть-чуть прям разбудит.
закрываем. Ну да, как я вот поправился по батарейке, получается, то есть устройство так рассчитано, что оно может лежать годами где-то там на полочке, и, соответственно, через сколько бы то ни было, мы втыкаем зарядку, и по вот этому току должна микросхема понять, что делать. И чем дольше лежит батарея без действия, тем меньшим током она начинает разбуживаться. За вот это и отвечают уже контроллеры, которые на батарейке, на телефоне это в совокупности все работает. Так, ну и вот все, закрутил до последнего винта, ставим на зарядку и покажу, как это будет разбудка. Так, втыкаем зарядочку. И смотрим, вот да, красные значения, то есть у нас 0,20, и пошло постепенно по чуть-чуть раскачиваться. Подрастает постепенно значение, идет зарядка устройства. И это уже отображается в виде индикации. Все, устройство заряжается, все в порядке, будет служить. Так, ну и да, друзья, у нас устройство стартануло, заряжается, все в порядке, потребление в норме, берет заряд хорошо, батарейка свежая, по всей видимости. Да, вот в принципе, возможно, изначально было у владельца нарушение этого функционала, просто на пользовательском уровне, как я ранее сказал, то есть это выражено в чем? То, что у вас батарейка жрет, телефон ее разряжается очень быстро, нагревается, вот это все, вот это все. Да, батарейку поменяли, то есть это возымело какой-то эффект новой батарейки, там, возможно, что-то там пользовались нормально, но вот как продолжительное время полежал аппарат, и, соответственно, все привет. То есть он разряженную батарейку не может, просто не понимает, что делать. Так, один готов, продолжаем. В сторону. Так, итак, запущен процесс, смотрим. Так, непонятная штука. Также точно в процессе прошивки начинают мергать на яблоке и привет. Так, как бы это ни был привет. Так, да, ребята, последнее, что пробую, это про... Хочу проверить еще с другим шлифом разъема зарядки, чтобы попробовать еще раз его прошить. Ну, вообще, по показаниям, то, что он там зависает на 18-20%, это нехороший признак. Связан с обвязкой, связан с связкой память-процессор, и это железная проблема. Обсудим это с владельцем, возможно, все-таки... Ну, если будет желание, там просто стоимость ремонта немножко уже дорогостоящая. Посмотрим. Так, сейчас последнее, что изыщу по этому телефону, это прошью его с другим, попытаюсь прошить с другим дата-кабелем, так сказать. Как раз таки тот случай, когда вот именно в процессе прошивки мы можем понять, что происходит. То есть при прошивке идет обращение ко всем модулям на устройстве. Если не получается какого-то отклика, то у нас выдается либо код ошибки, который нам дает прямое указание на то или иной элемент, либо по таким, опять же, симптомам, внешним признакам мы можем понять, на каком проценте зависает это одно, на другом зависает это другое. И вот так приходим к заключению. Ну и да, все-таки заключение у нас неутешительное, то есть тут как бы, что происходит, устройство пытается на последней вот этой стадии перейти в устройство, где уже непосредственно идет напрямую обращение к памяти, куда, собственно, заливаются данные операционной системы, данные прошивки, и вот оно уходит, опять же, циклически вот в эту область. То есть тут связка память-процессор, и вот в этой вот обвязке, либо по самим этим элементам, идет нарушение. Так, это уже другая история, ее в сторону, продолжаем с симпличиком. Так, здесь у нас та же самая история, нет программного обеспечения, но есть шанс на восстановление. Качаем, обновляем. Так, эту семерочку в сторону. Тут владельцу, ну, на самом деле, такая новость. Такая себе. Это больше сравнимо с таким моментом, что, можно сказать, обслужило устройство. Конечно, такие вещи восстанавливаются, но это уже пайка-перепайка на самой плате довольно серьезная. И как бы здесь всегда нужно смотреть по задачам. По задачам, которые возлагаются на это устройство. Так, общаемся, продолжаем. Так, ну, друзья, продолжаю настаивать, что ничего не выдумываем, все как есть. Я тут немножко распечатал посылочку заранее, просто потерялась переписка с владельцем, нужно было посмотреть, что там. И это у нас Ростов-на-Дону и два устройства. 7 плюсик не включается. И 10S Max, разбит перед, разбит зад. Так, вот это будем восстанавливать в оригинал полностью. Так, 7 плюсик передаю в инженерный отдел для идентификации проблемы и ее решения. Так, там по истории было что-то, там были проблемы с NFC. Видимо, я так понимаю, что смотрели уже устройство, потому что вот там пыль, грязь. Либо вскрывалось, либо восстановленное, либо что. Давайте откроем, хотя бы чекнем его. Так, ну здесь уже да. Были люди, что называется. Не хватает винтов, множество пластины вот этой злосчастной, которую, я не знаю, кому она все время надобна. Так, экранчик копия. Ну и все вот это. Так, чтобы да не зацикливаться и как-то продолжать процесс, я займу 10S Max, а этот передам коллегам. Так, собственно, здесь не мешкаем. Указания такие, что меняем перед, меняем зад. По батарейке там было как-то неоднозначно, но батарейку мы чекнем, посмотрим. Если ей пора, то заменим. Если нет, обозначим владельцу как есть. Вырубаем, разбираем. Ну и да, здесь у нас устройство не вскрывашка. Внутри все в идеале, в оригинале. Так, первым делом подключу экранчик. Здесь тщательным образом проверяем работу сенсора, потому что, когда ставится оригинал, там важно соблюдение ревизии, так называемой. И у нас все окей, power of test, все четко. Вырубаем. Apple logo, original.
Так, да, всегда обращаю внимание на батарейку вообще, на ее состояние, на объем, на все прочее. Это всегда интересный момент, чтобы ориентироваться, понимать, что к чему и когда время. Ну и да, здесь у нас батарейка, кстати, довольно частой даты. Это 9 месяц, 18 год. И у нас, я вот в последнее время также показываю, то есть бывает на оригинальной батарейке либо яблочко, либо квадратик, вот такой ромбик, квадратик. Но недавно таки попалась одна батарейка вообще без каких-либо опознавательных знаков вот такого рода. Был интересный момент. Кстати, это был не частый у нас телефон. Как я там неправильно немножко сориентировался, это оказался телефон гонконгский. С двух симками, то есть двухсимочный. И вот первый раз, наверное, даже был он у нас на столе, и вот там не было никаких маркировок. Интересный момент. Да, кстати, давайте чекнем состояние батарейки. Так, по состоянию это 81% объема и 1197 циклов. Да, это, конечно же, время для замены. Меняем однозначно. Так, устанавливаем новую батарею. Все по красоте. Так, корпус готов. Все отлично. Собираем экран и закрываем. Так, кстати, здесь у нас скачалось ПО. Сейчас будет процесс прошивки. Посмотрим. Ну вот как раз-таки тот момент, когда у нас появляется прогресс-бар, это шкала индикации процесса непосредственно прошивки. То, что у нас не происходило на семерке предыдущей. То есть это уже непосредственно идет загрузка данных прошивки, операционной системы, программного обеспечения непосредственно в память телефона, в постоянную память. Так, и у нас прошел процесс прошивки полностью успешно до конца. Да, это финализация процесса, и да, он, собственно, выжил. Это уже все. То есть тут уже можно отключить от компа, он сейчас включится, стартанет. И да, по вот этому 7 плюсу тоже положительно все окей. На самом деле была такая же точно проблема, как на красном 7 плюсе из Москвы. То же самое, заменили микросхему управления заряда. Здесь попутно все приведем в порядочек, ну, собственно, минимальными затратами для владельца, на самом деле. Постараемся все восстановить, все будет отлично. Да, у нас получается результат 7 плюсы, 3 выжили, однозначно будет служить. Все отлично. Семерочка одна, к сожалению, скорее всего отправится в утиль. Так, ну, вернее, владельцу, а там уже решат. Собственно, здесь делов у нас на 2 копейки. 10 закрываем. По чуть-чуть продолжаем. Здесь уже вопросы согласования. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Я думаю, было интересно. На самом деле, интересное видео, познавательное. Много всего, опять же, посмотрели. 3 семерки, 3 7 плюсика у нас было. Результат 100%, 100 из 100. Бинго, что называется. Да, собственно, на этом все. Как говорится, всем привет. И всего.